Ребят, всем привет! Выехал на вечерний клёв половить карася. Присмотрел такое местечко с кувшинками. Сейчас прикормлю пару мест тут, там и еще одно там дальше. Ловить я сегодня буду на поплавочную удочку и удочку с боковым тюрьком. А прикормку сделал сегодня чуть не обычную. Жгучую. Вот и первый карась на боковой кивок. Ладошечник. Пойдет. Поплавочку еле там пристроил. Трава уже повылазила. Еле нащупал окошко. Вот так-то. Поплавок рядышком молчит. Там боковой кивок ловит. Поплавочек даже не шелохнется. Выложил поплавочек. Вот и первый карасик на поплавок. И сразу есть. Поплавок стоит. А кивочек, а мормышка только опустилась, сразу есть. Сила кивка. Неудобно, правда, тут развороты делать. Ребята, кстати, ловлю я вот такой карасик классный. Ребята, кстати, я ловлю на самодельный кивок и на самодельный поплавок. Как их сделать, будет подсказка в правом верхнем углу. Да, и на мормышке самодельные. Также. Это еще одна осталась, 1,5-граммовая. Хороший карась. Ого. Капец, карасик.
Да, прикормка, конечно, рулит. Колес прям реально дуреет. Как-нибудь сниму, наверное, рецепт, как я варю ее. Еще разочек проверю, если все же правда эта прикормка так подействовала. Значит, сниму рецептик. Обязательно. А, божечки, все перепутал мне. Вот тебе эти батли. Поплавок, кивок. А теперь все там нагрузовано. Трындец. Поклевочка, как это шо? А я профукал. Давай, 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 давай. Есть. И уже нет. Окунек клюнул. Полосатик. А, червячка нету. Красиво тут. Сегодня так жарко. Блин, трындец, и тут меня эти черепахи нашли. Все, освободил. И сразу на точку пришел окунь. Карася уже не подпустит. Карасик, ты где? Хороший окушок. Карась. А вот и карасик взял. Вот такой улов за 2 часа рыбалки. Вообще класс оторвался. Ребята, ссылки на удочку и мормышки с Алиэкспресс будут в описании под видео, кому интересно. А всем, кому понравилась рыбалка, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.